Производство панелей в Европе началось в 40-е годы 20-го столетия. В то время в Англии начинает развиваться технология производства строительного материала, который после Второй мировой войны в большом количестве использовался для обновления Великобритании. Компания «Экопанели ЦЗ» уже в 1999 году у себя в стране запустила первую линию по производству панелей. Вторая усовершенствованная линия была введена в действие в 2007 году, а в начале 2009 года чешская компания завершит установку усовершенствованной третьей линии. Тем самым повысится не только объем производства, но и качество поставляемых изделий. Ведь над развитием и улучшением технологии ведомства работают непрерывно. Основным сырьем для изготовления экопанелей является сухая и качественная солома зерновых культур. Ее выбор, прессование и складирование является важным шагом для достижения успеха при изготовлении качественного изделия. Квадратные и круглые большие тюки минимизируют транспортные и манипуляционные расходы, связанные с сырьем. Перед переработкой солома подвергается серьезному контролю. После этого сырье поступает в пресс, где под воздействием высокого давления и температуры прессуется в панели толщиной 6 см. После наклеивания рециклированного картона из производственной линии выходит бесконечная лента шириной 80 или 120 см, которая режется на необходимую для заказчика длину. Срезы плиты герметизируются. По бокам панели имеются специальные фаски для крепления, а после контроля качества готовые изделия подготавливаются для отгрузки и применения. Механические свойства экопанелей просто поразительны. Панель выдерживает нагрузку в 981 мегапаскаль. Она способна удержать вес автомобиля или всей строительной бригады. Экопанель не содержит кислорода, смолы, спирта для поддержания горения. Сжечь панель все равно, что пытаться поджечь толстую книгу. Под воздействием автогеном панель выдерживает 40 минут и не прогорает. А тыльная сторона остается холодной. Вы даже можете потрогать ее рукой. Давайте проверим экопанель на прочность. Как видно, она выдерживает очень сильные удары молотком. Сравним с гипсокартоном. Как видно из этого опыта, панель намного прочнее. В связи с постоянно растущими ценами на энергию, заказчики оценивают также теплоизоляционные и акустические свойства нашего материала. Сравнение с классической кирпичной кладкой говорит само за себя. Изделие имеет все необходимые европейские сертификаты. С учетом растущего интереса к экологическим строительным материалам, растет интерес и к данному изделию во всей Европе.
изготовление экопанелей не является экономически и экологически требовательным. В процессе производства используется только безвредное для здоровья сырье. С учетом повышения спроса к изделиям из возобновляемых источников, резко возрастает интерес инвесторов к изделиям подобного характера. Универсальность применения, простота монтажа и, прежде всего, высокие полезные свойства превращают экопанели в материал будущего.